Ближе познакомиться с самолетами и техникой. Обслуживающий аэропорт. В минувшее воскресенье смогли жители и гости столицы республики. В аэропорту Якутска прошла традиционная авиавыставка. На обозрение гостям представили 40 единиц авиационной и аэродромной техники. Взлетную полосу столичного аэровокзала посетила и наша съемочная группа. Несмотря на дождливую погоду и сильный ветер, посетить аэропорт в выходной день пришли более 7 тысяч человек. В их числе организованные группы школьников и студентов, но наибольшую аудиторию составляли семьи. Внимание посетителей авиавыставки привлекает, конечно же, сами самолеты, потому что можно в них попасть, посмотреть изнутри, как они обустроены. И самое главное, побывать в кабине пилота и ощутить себя вот на этом месте, потрогать какие-то приборы, посмотреть, как это все работает. В подтверждение этому огромные очереди, которые выстраивались перед самолетами. Их было несколько. Это и лайнер «Сухой Суперджет», выполняющий магистральные рейсы, и самолеты, используемые для внутрирегиональных перевозок. Я посмотрел Ан-24, даже сам посидел в кабине. Но всегда мечтал посидеть в кабине. Мечта, скажем так, сбылась. Поэтому я рад очень. Дождь не мешает. Ну, видно очень много людей. Несмотря на это, все желают посмотреть на авиатехнику, пообщаться с друзьями. Посмотрел Ан-24 или 26, но я зашел в задний вход, посмотрел и просто обалдел. На обозрение гостей представили не только самолеты, но и технику, которая их обслуживает. Это и всевозможные тягачи, грузовики, доставляющие багаж до судов, трапы и другое. Свое мастерство продемонстрировали и сотрудники пожарной службы аэровокзала. Две машины сошлись в едином танце. Это был не единственный сюрприз, который подготовили организаторы. Был и второй, правда, из-за погоды его пришлось отменить. Народу тысячами сегодня собралось, переходит и приходит еще. В планах у нас есть и выступление парашютистов, но вот по погоде, наверное, скорее всего, перенесется. В будущем организаторы обещают еще больше расширить программу выставки, ну а в этом году акция стала подарком жителям на 20-летний юбилей столичного аэропорта, который работники отметят в октябре. Павел Танин, Владимир Павлов, НВК «Саха», Якутск.